3 марта в музее Гончарова прошло вручение областной поэтической премии имени Николая Благова. Дата проведения была выбрана не случайно. 3 марта отмечается Всемирный день писателя. По словам представителей жюри, в этом году претендентов на премию было чуть меньше, чем раньше. Потенциальные же победители сразу выделялись на общем фоне качеством своей литературы. Между победителями и основными участниками всегда, вот сколько я в этой премии участвую, всегда, несомненно, очень большой разрыв. Есть, ну, скажем так, люди, которые состоялись уже профессионально и достаточно давно. И когда они подают свои книги, то все ясно. Обладателями премии, разделившими между собой призовой фонд 100 тысяч рублей, в этом году стали поэты Виктор Малахов, Леонид Сурков, Александр Дашко. Малахов стал победителем номинации «Художественное мастерство и верность традициям» Николая Благова, Сурков в номинации «Край на Волге», а Дашко – как лучший молодой автор. Правда, прийти на вручение смогли только двое из них. Леониду Суркову не позволило здоровье. Вторая книжка, которую хочу показать, это «Второй взгляд». Это сборничек, издан в 2008 году. И вот эти вот две книги – это все, что было издано за государственный счет. Остальные же сборники, в том числе и последние, изданы за счет автора. Я отношусь спокойно, потому что авторы издают свое творчество за свой счет. Это нормальное явление. Но, хочу вам сказать, раз мне эту такую авторитетную почетную премию вручают, как премию Николая Николаевича Благова, это говорит о том, что, ну, скажем так, мое творчество представляет интерес не только для узкого круга, но и более широкого. Не исключено, что в областном формате премия имени Благова выдается в последний раз. На встрече с молодыми писателями, состоявшейся после вручения, губернатор Сергей Морозов предложил расширить ее географию. Благовскую премию собирается вручать не только ульяновским, но и поволжским авторам. Творческая палитра премии, на мой взгляд, продолжает, должна расширяться, обогащаться новыми именами и талантами. А это, в свою очередь, приведет к тому, что наш регион еще более притягательным станет для литературного развития. А издание сборника лауреатов новой межрегиональной поэтической премии имени Благова станет тогда одним из главных событий литературной карты, ну, как минимум, Приволжского федерального округа. Если эти планы осуществятся, то и в жюри будут привлечены не только ульяновские поэты, писатели и филологи, но и представители других регионов с берегов Волги. Не исключил глава региона и увеличение призового фонда премии. Еще одно важное решение, которое было озвучено на встрече, касалось финансирования сборника молодых поэтов-писателей, направлявших свои работы на премию «Первая роса». Глава региона пообещал выделить средства на публикацию этой книги. Игорь Улитин, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.